не встречал. Фанарт какой-то. Какой-то фанарт. Да, кстати, не актуально. Во второй части другой герой. Ну, нету. Вообще да, не популярная серия. Досталк. Которую я никогда в жизни не смотрел. Блин, а связи никакой нет, что ли? Первая, вторая часть. Не, вообще никакой. Зашибись. Чем первая закончилась? Не знаю, я не прошел. Блин. Вот это. На изи начинаете, говорю. Да? Ну ладно. Окей. Обычных кораблей к космо кораблям. Бля, тут примесь небольшая технология. Да. Щепоточка. Куда мы летим? Куда мы летим? Супер заставка. Вообще. Да так и надо. Нет, тебе надо на полчаса рассказ о том, что происходит. Да. Что происходит-то вообще? Я... Где я? Постепенно поймешь. Press run button to get past the conveyor belt. Это какая кнопка вообще? Нужно бежать, чтобы пробежать по конвейеру. А какая самая вычисляя называется? На что бегать? На нижний правый shift. Наверное, 2. Камеру поменять, это вообще привыкать придется. Время бега можно будет пить мечом, тебе написали. Почему? Нажимая налево, поворачивает камеру направо. Можешь, если тебе это неудобно, поменять настройку аккумулятора. Мы разыскиваемся, что ли? Охотники на пиратов. И почему-то нас не любят. Бежать и поворачивать камеру влево неудобно. Тут не додумались. Это тебе будет редко пригождаться. Тут не додумались, то что можно просто зажать аналог. Бежать. Это было слишком сложно в те времена. Besides, it's the Baron's orders. Ha!
На коленях проехался. Well, a real pirate wouldn't be caught dead, floating up in the air like this. I tell you, it just ain't right. Well, actually, Father, a vehicle like this is probably a safer form of transportation than a sailing vessel. And my hair always gets so frizzy from the salt in the air. Your hair? Who gives a rat's behind about your hair? A pirate doesn't care about what he looks like. A pirate only cares about two things. One of them is hunting for gold. Do you know what the other one is? В словах эти пираты, которых ты пошел ловить. The hydrodynamic nature of the ocean's current? Ну, да, команда R такая типичная. Он сказал, что за умная. Anyways, I think we should just make the best of the situation. At least, that's what Mom always used to say. Aye, she's a smart woman, that mother of yours. That's why she dumped you. Why, you little... Вон батяня этих двух. Да, заставки на движке того времени это жестоко. Озвученных будет довольно мало. Что происходит? Ставки такие медленные. Какой он злой. Решительный. Беление лучше бы... как сказать-то... Вообще вылетело. Все, переводчик сломался. Ну, короче, чтобы она оценила через всю ту хуйню, через которую я прохожу. Приходится приглядывать за какими-то странными консервными банками. Батя, успокойся. Мы взяли эту миссию и должны постараться, чтобы ее сделать. А, я знаю. Но эти штуки, которые управляют кораблем, действительно криповые. Да, не говори. Они же говорят странно. Они так включаются. Они бьют друг друга. Это просто его единственная анимация. Что они говорят, они не очень-то разговорчивые. Как будто ты пытался с ними говорить. Подловила, Робби. Что это? Я что-то слышал? Путей.
ты играешь на норме, обычно вот в этой комнате твои приключения заканчиваются. Ну, дрено. Стойте. Здесь враги по 10 снимают, а на норме где-то по 40-50. Ничего себе. Я подобрал мини-аптечка, как в Диабле и Орбе здоровье. Кружочек полностью лечит. Книжка с хайлером. Да, в памяти, конечно, у меня не было такого ощущения, что она какая-то слегка заторможенная. Ну, она такая. Но это все-таки полуквест, поэтому тут как бы экшен такой, не главное. Блин, на X все время хочу открыть дверь. Че, мы уже дошли до них? Я же не все каюты, все двери проверил. Все, что тебе надо было сделать по сюжету, это пройти по кругу. Ах, я вернулся обратно. Mephisto created those things anyway. That puzzles me as well. It seems to be some type of technology that only Mephisto really understands. That's why the Baron wants us to keep our eye on things. I presume it means he still doesn't trust Mephisto. На кончиках пальцев. Там ноги торчат огромные такие. А он что, летает, что ли? Он летает. У него просто тени нету. Ты видел, как мы выглядываем? Пол корпуса вынесло. Нас застукали. Нет. So it's you, Flint. What do you think you're doing here? Not you again. Why don't you leave us alone? I read that he's now a wanted criminal. I know. We got him now. All right, you two, just leave him to me. Это же, блин, это этот же самурай. Ой. Да, почти. Думаешь, без оружия меня сможешь побить? Сейчас я покажу на тебя мой крушитель черепов. Ну да, он сломался череп. Сейчас будет босс немножко сложнее. Черт, два босса сразу.
Я не готов к такому. What are you doing, Pop? Stop it! Flint, you puny little punk! I'll hang your ears from my mizzen mast! Oh! Okay, Pop! That is enough! You're wrecking the ship! Let's just get out of here before those mechanical things see this mess! Guys! Huh? What? Oh no! We were Oh no! We're going down! Let's get out of here! And you, Flint! You ever wonder how you became wanted? Ha-ha! That's what you get for messing with us pirates! Have a nice flight! What's left of it? Сейчас будет бэтл. Flint, you know, I almost forgot to tell you. We've only got 3 parachutes, so it looks like you'll just have to find some other way down. Ha! Ciao! После мрачной первой лундры это комедия. Комедия. Да, она куда более комедийная. Оу, щит. Давай. Ничего не вижу. Не забывай, птички не дают. Это не было сложнее. В детстве было сложнее. Хардкор. Ты победил. Сейчас будет чуть-чуть мрачненькое место относительно. Как мы спасемся?
Бедный кит. Какой-то кусок говна поёт. Вот так он спасся. Серьёзно? Я бы умер. Да. Ты точно кит? Да, это кит. Прям прибил. А, теперь превратится в огромного босса. Настолько огромного, что кит будет потом трехчасовым данжем. О май гад. Слишком много. О нет. Дрил. Откуда? У него это. С его ключа. Преобразился. Мы что, летим? Я не понимаю. Почему мы не падаем? Тут аниме, поэтому. Анимационная гравитация. Аниме. Так. А с нами что? Что это такое? Ой-ой. Эй, эй, с тобой все в порядке? Слава богу, он все еще жив. Ай, мой любимый фарм кустиков сейчас начнется. Твой любимый, говоришь? Ну, в кавычках, окей. Хотя а? Есть в этом своя атмосфера. Садовник. Эмулятор садовник. Тысяч Г. Это дохуище. Тебя столько не будет. Yes, this is the criminal that everyone is looking for. So, should we turn him in? Вот это проработанные лица персонажей, эмоции. He could be dangerous. А да, его FF7. Дай-ка я сделаю вам точку-точку. But we don't know yet whether this boy is a friend or a foe. We must wait until he wakes up to hear his story. When he wakes, get word to me and I'll return. In the meantime, this should cover your expenses. Oh, my lord! How generous of you! I promise I'll keep an eye on him just as you say. Oh, you're too kind. I'll be back to check on things.
Мам! He's awake! Мам, он ходит. Я нашел тебя выброшенным на берег 3 дня назад. Теперь ты выглядишь лучше, чем тогда. Ох, нет, ты не должен еще ходить. Будь хорошим мальчиком и возвращайся в кровать. Это голос лорда Пронвелла? Он уже вернулся? А, хорошо, он очнулся. Так мы наконец-то встретились. Ты правда Флинт? Ах, я ожидала кого-нибудь повыше. Ах, ничего. Мое имя Алексия. Принцесса Алексия, следующая в очереди на трон. Я закончила свое домашнее задание, Флинт. И кажется, мы сражаемся с тобой с одинаковыми врагами. Не могу поверить, что такой мальчик, как ты, может быть охотником на пиратов. Я хочу, чтобы ты присоединился в войска вместе со мной. Ну как тебе? Я могу тебе предложить награду, или же сдать тебя и получить сокровище, так что спрашиваю еще раз. Я хочу, чтобы ты присоединился в войска вместе со мной. Ну как тебе? Хорошо, теперь слушай, Флинт. Мой отец, король, пропал. И барон Диас вместо него посадил на его трон деревянную куклу. Он дурачит людей до сих пор, но я знаю, что Диос использовал пиратов, чтобы избавиться от моего отца. Но мне нужны доказательства. С доказательствами я смогу освободить людей от Диоса. Знаешь, гора снаружи обрушилась, и теперь ты можешь видеть что-то реально крутое. Ты просто обязан на это взглянуть. Я рассчитываю на вас, сэр Флинт. Пожалуйста, будьте осторожны и возвращайтесь поскорее. Мог бы ты подождать нас снаружи? Мне надо поговорить с Пронвеллом. Сэр Флинт, спасибо вам. Это займет всего лишь минуту. Прояви уважение, парень. Это статуя величайшего мастера меча Джихана. Он был лучшим, так же хорош, как и Редклифф the Swift. Я молюсь перед статуей каждый день.
ты должен тоже молиться. Эй, мистер, знали ли вы, что шел очень сильный дождь и... часть горы обрушилась и кое-что появилось. Дайте я вам покажу. Бьюсь об заклад, что это супер старое. И это я нашла самостоятельно. Итак, лучше себя чувствуешь, да? Рад это слышать. Ты видел огромную птицу-монстра, которая летает неподалеку? Ага, она летает прямо над нами каждый день. Он красавчик, да? Этот бык-боец. Я назвал его Ива. Хорошее имя, да? Я возьму его в Торолидо драться в боях быков. Двое уже прошли здесь. Я пытался остановить их, но они не слушали.